И снова всем привет, дорогие друзья. Мы проходим техники мануальной терапии. И вот есть такие моменты, когда мы не справляемся на столе. Допустим, пришел здоровый, грузный мужчина, закачанные мышцы, да, и нам просто не хватает силы, не хватает амплитуды проделать приемчик на столе, поэтому мы можем сделать их лежа на полу. Вот давайте несколько из них рассмотрим. Ложись на грудную клетку. Для декомпрессии, ну, в принципе, вот мы делали на столе вот так вот, да, но тут можно выполниться за счет силы ног. Вот видите, вот уже давление моего веса идет. Я специально не буду хрустеть, да? Вот, в такой позе, то есть вы как бы уголком стоите, да, на прямых ногах. Всем весом продавливаете в тело. Далее можно встать на человека ногами, но понадобится ассистент. Можете попросить спереди. Вот так руки делай. И вот держим друг друга за руки. Встаем сначала на таз, тазовые кости достаточно мощные, нужно стоять, а ты меня держи крепко. И выше 10-го позвонка. Чуть-чуть разворачиваем ребро вот туда, стопы, и выдергиваем на декомпрессию. Ох! Да, с... Сейчас еще раз. Ой, было! Вот. Да. Вот можно попадать прям четко в то место, куда надо. И второй прием. Ты встаешь спереди, вот так вот, и у нас мы как бы по спине скатываемся, как на лыжах, с горочки, так вот, вперед. Давай встаем, аккуратно, оп, все, расслабился, и с выдохом. О, ну как, было? Самолет перевесит. Я много вешаю. Давай приходи в себя, сейчас будем поясницу еще делать. Куда? Чего? Не дам поясницу делать. Отдышись. Под ребра нельзя сломать разве? Вес. А можно это поменьше найти? Больше на тебя вставать не будем. На меня потом. Потом на меня встанете, проделать то же самое. Ложись на правый бочок. Ох, ближе дышать. Сюда, ближе двигаться, сюда. И также по диагонали, туда немножко. Ага. Эту руку из-под себя. Вот, скручивание. Да, делается на боку. Такая же поза, как на столе, да. Только нам придаст инерцию наше тело. Ногу сюда, эту ногу прямую назад. Вот прямо назад. Ногу лучше держи, чтобы она не распрямлялась. То есть нам надо задняя нога по оси позвоночника лежит, а это верхнее перпендикулярно. Встаем чуть выше, где примерно плечевой пояс у человека, да, берем за руку, упираемся в тазовую кость, сзади как можно ниже, и на декомпрессию вот туда растянули и о, толчок было, было, да? Не хватает с этой стороны рукой, да, берем тогда за другую руку, просто не все могут вот эту руку вот так вот протянуть сюда. Так, держим. И, в принципе, то же самое. Такой прием. Так, следующий прием. Толкание человека коленом. То есть вот мы держим за руку и за ту руку, за эту руку. Сюда. Вот за обе руки и коленом в таз. Да, только смотрите, чтобы у вас было не на компрессию, а на декомпрессию. Все-таки старайтесь более диагонально работать. И следующий прием, который мы, в принципе, на столе уже делали, да, это вот поджали таз, прямую ногу распрямили, прямой угол сделали своим бедром и толкаем, соответственно, противоположную сторону своими руками. Раскачали, раскачали и выдох. Вот, все проделали, ты молодец. Отпускаем тебя домой, живым-здоровым, давай же нам руку. Ну, а если вы были не с нами, то вы многое пропустили. Приходите к нам на тренинги, коллегу Аллафу Гудвину. Мы вас всему научим, попробуем, сделаем. Кстати, вот Алексей, мастер йог, он может еще пару приемчиков показать, да? Ну, об этом в следующем видеоролике. Оставим пока секретики за собой. Ставьте нам лайки быстрее.